Торговые ряды на пересечении Клинической и Чернореченской – популярное место в городе. Каждый день десятки людей покупают здесь товары. Перед праздниками вопрос стоит особенно актуально. Хочется, чтобы на столе были вкусные, свежие, а главное – местные продукты. В этом году мы приняли решение проводить ярмарки и выставки продажи сельскохозяйственной продукции регулярно, в субботние и воскресные дни. Для нас, конечно, это очень важно, потому что все-таки мы видим рост цен и определенный рост инфляции, а такие вот формы предоставления сельхозпродукции позволяют людям покупать гораздо дешевле то, что производят наши фермеры. При проверке торговых рядов нашлись и замечания. Олег Фурсов дал поручение к следующим праздничным продажам. Палатки должны быть в едином стиле, а территория рынка очищена от снега. Несмотря на некоторые недоработки, самарцы покупками довольны. И творог берем, и масло у них вот берем. То есть все, каждую субботу мы покупаем. Довольны очень. Нам очень нравятся козы, очень нравится колбаса. Обслуживание, в общем, продавцы очень молодцы. Всегда предупреждают, что мы тут находимся, приезжайте, покупайте. Очень довольны. Мясо, молоко, рыба. Фермеры Самарской области и соседних регионов привозят только самые свежие и качественные продукты. Чтобы был не нагретый, чтобы живой продукт был, живой творожочек. Просто откидной творожок, который не греется, не крупинчатый, он сам полезно считается. На ярмарках можно разжиться и диетическим полезным мясом индейки. Из него готовят также колбасы, пельмени, котлеты, манты и курники. И, конечно, продают целые тушки. У каждой птички есть так называемый паспорт с номером. Фермер из Борского района оказался в числе 70 самарских производителей, которых пригласили на праздничные ярмарки. Уже появились и свои постоянные клиенты. Народ очень нравится, очень доволен нашей продукцией, очень хвалит. Если у нас кто-то один раз взял 100 грамм, значит, в следующий раз, второй, третий раз приходит уже килограмм, 3-5 берут уже сразу. Это о чем говорит? Значит, говорит, что у нас продукт очень хороший, чистый. Широкий ассортимент, качество, экологичность. Работать такие ярмарки будут перед всеми ближайшими праздниками. Закупиться для праздничного стола можно на протяжении 6 дней 20 и 21 февраля, 4, 5, 11 и 12 марта. Точки для продаж выбраны с учетом пожеланий жителей. Приобрести народные товары можно на Пугачевском тракте на пересечении с улицы Нефтяников, в поселке Мехзавод в 4 квартале, возле Дома культуры «Октябрь», на пересечении Московского шоссе и Воронежской и на перекрестке Клинической и Чернореченской. Целью этих торговых дней является приглашение прямых производителей из города и из районов сельских Самарской области для того, чтобы была прямая связь между потребителем и производителем. Фермер должен быть заботливым, чистоплотным и, конечно, щедрым. Самарские фермеры обладают всеми этими качествами. Качество продукции высокое, вкус отменный. Марианна Мирная, Константин Головин. События.